Пожилые люди с возрастом становятся очень доверчивыми. В Копейске девушка, стоящая в очереди к банкомату, спасла незнакомую бабушку от разорения. Копейский девушка спасла незнакомую пенсионерку от разорения. Старушка попалась на удочку телефонных аферистов. Женщине позвонили якобы из банка и сообщили о подозрительной активности на ее счете. Как заверили злоумышленники, лучший способ сберечь свои средства – как можно быстрее снять их с карты и перевести на специальный защищенный счет. Доверчивая бабушка не заподозрила подвоха и побежала к банкомату спасать свои деньги. Пенсионерка сняла 86 тысяч рублей и начала переводить их на карту мошенников. Бабушка была чрезвычайно взволнована, и это заметила девушка, стоящая в очереди. Она спросила у пенсионерки, что стряслось, и растерянная старушка рассказала о звонке из банка. Тогда девушка растолковала копейчанке, что это мошенники и переводить деньги не нужно. К счастью, бабушка послушалась. Она успела перевести только часть денег, основную сумму удалось сберечь. Благодаря совету незнакомой девушки, пенсионерка перевела только 15 тысяч из 86, а потом обратилась в полицию. Смогут ли поймать аферистов или нет, пока неизвестно. За данное деяние им грозит до 5 лет лишения свободы, но преступников это, как правило, не пугает.